Привет всем, друзья! Сейчас вам покажу чисто национальный хантейский зимний костюм, в котором на рыбалке хрен замерзнешь, на охоте хрен спотеешь. Это называется малица. Видите, как выглядит? Малица это сшита была одним корешем, но она не натуральная у меня, понимаете? Здесь она сшита из старых тулупов. Но очень-очень тепло. Шьют их, конечно, из оленины. Желательно молодого оленя. Волос у него нежный, мягкий. Сверху одета на него такой камуфлированный чехол. То есть камуфлированная малица. Летом, осенью можно в лодке плывете. Зимнюю оттуда вытащить. Одеть этот камуфлированный пояс. Нигде не задувает, все нормально. Но зимой, мужики, 40-50 градусов. Такая малица спасает, вообще трындец. Ходить мне, конечно, мне не понравилось то, что, понимаете, карманов ничего не положишь, что кого. Вот смотрите, как будем выглядеть в этом чудо-одеяльце. Вот так эта байда выглядит. Обратите внимание, видите, здесь. То есть руки у меня свободные. И сразу же раз одели в перчатках, раз опять свободный. Сшито вот так вот. Руку засовываешь. Херак. Херак. То есть вы полностью укутаны. Здесь поясок национальный заматывается. Ножички вешают. И все, вас не продует. Жара, комфорт. На любой рыбалке возле лунки сел и охрененно кайфуешь. Вот капюшон утягивает, вернее не капюшон, а вот это лицевое пространство. Можно затянуть, если сильный ветер. Вот тут через голову веревку накидывается. Вот такая вот фигня. Проблема в чем, мужики? Если вы перед охотой или рыбалкой попили пиво, ой, то мальце будет тяжело. То есть, если покакать надо, снимать ее, охренеть не встать. Но тут есть свои плюсы. Она, видите, как снизу сделана, да? Мороз сильный, нормально сели, сделали дело, встали и пошли. Рекомендую. Все, давайте, пока.